Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции. Такое распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер. Теперь всем гражданам нельзя покидать дома без весомой причины. Поход в продуктовый магазин или аптеку, обращение за экстренной помощью, уход на работу, либо же выгул животного, но не более чем в 100 метрах от дома, и вынос мусора. Кроме того, на улице необходимо соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Но работодатели должны обеспечить соблюдение гражданам социального дистанцирования.